нескольких тысяч русских. Каждый день, давайте 100 человек из России приехали в гостиницу. Им надо общаться с русскими. И очень много русских туристов, которые не знают английский язык, например. Вот. Надо объяснить. Одна девушка, Юля, да, она работает, она не закончила ватожный факультет, она закончила экономический факультет. Она училась со мной там 3-4 месяца. Я преподавал, научил бесплатно тайский язык. Сейчас она работает в гостинице на Куке. Понимаете? Гостиница Sheraton, Aya Sheraton, Пхукет. Она работает там $2000. Для $2000 питание бесплатно, жилье бесплатно. И еще $2000 получается 140 тысяч рублей. Кем она работает там? Администратор. Время как на лобби сидеть. Я же говорила, что хочу в туризм. Хочу в туризм. Да. Вы понимаете, $2000 это нормальная зарплата. Да. Мне я думаю, что в России очень сложно найти зарплату, которую сейчас 150, да? Или там 140 тысяч долларов. 140 тысяч рублей. Поэтому вы не думаете, о, у меня будет работа, не работа. Если у тебя нормальное знание, всегда будет работа. Подать заявку, гостиницу любую, да, 5-звездную гостиницу на Пхукет или на Самуи, они принимают вас. Давайте читаем чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Да, повторяем. А потом я отпущу королеву. 5 минут. คุณมาจากไหนคะคุณมาจากไหนคะผมมาจากประเทศไทยครับผมมาจากประเทศไทยครับคุณกำลังเรียนอะไรครับคุณกำลังเรียนอะไรคะเรียนนี่แหละเรียนคุณกำลังเรียนอะไรคะคุณกำลังเรียนอะไรคะพวกเราพวกเรานั่นแหละกำลังนะรู้สุดาพวกเรากำลังเรียนภาษาไทยค่ะพวกเรากำลังเรียนภาษาไทยค่ะจัสนะโดยพวกคุณเรียนสาขาอะไรครับพวกคุณเรียนสาขาอะไรครับอะไรครับนวัยค่ะนวัยพวกคุณปตริเชนพวกคุณเรียนสาขาเรียนสาขาอะไรคะอะไรคะพวกเราพวกเราเรียนสาขาเรียนสาขาประวัติศาสตร์ไทยค่ะประวัติศาสตร์ไทยค่ะคุณเคยมารัสเซียไหมปาปาริจังคุณเคยมารัสเซียไหมคุณเคยมารัสเซียไหมคุณเคยมารัสเซียไหมคุณเคยมารัสเซียไหมยากาชูสโตวาเชวานิมาเชนัสวัดนมอุรุปเนียสวาเชครัสตโตคุณเคยมารัสเซียไหมนูครัสตโตเนียสรีМы считали, так сказали, что если сестра похожа на нее, то она так себе говорит. А как вы думаете, ваша красота на высоком уровне или среднем? Я не могу ее оценивать трезво. Да? Давайте чуть-чуть выше, чем уровень вашей красоты. Кун кэй ма ра сия май. Кун кэй ма ра сия май. Ну, похоже. Ценит. Выше плинтуса. Да. Но они же другого принципа. Мы кэй мака. Мы кэй мака. Мы кэй мака. Мы кэй мака. Кун кэй пай мэн кай мэй? Слишком быстро. Мы кэй пай ка. Мы кэй пай ка. Мы кэй пай ка. Кун кэй пай мэн кай мэй? Кун кэй пай мэн кай мэй? Мы кэй пай ка. А, ездил ли ты в Таиланд? Кун кэй пай мэн кай мэй? ไม่เคยครับคุณเคยไปเมืองไทย
Майкл. Майкл и Пай. นี่เป็นครั้งแรกค่ะมาเพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติภาษาไทยยากมากค่ะภาษาไทยยากมากค่ะภาษาไทยยากมากค่ะภาษาไทยยากที่สุดค่ะภาษาไทยง่ายที่สุดค่ะกวาดิเจ ภาษาไทยง่ายที่สุดค่ะภาษาไทยง่ายที่สุดยากที่สุดมันก็พูดยากที่สุดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวภาษาไทยง่ายที่สุดค่ะยากที่สุดไม่ยอมพูดเลยที่สุด самый сложный мы говорим он просит сказать легкий а мы говорим сложный ภาษาไทยง่ายที่สุดค่ะไม่มีประโยคพูดง่ายที่สุดช่วยสอนนั่นแหละภาษาไทยยากง่ายที่สุดง่ายไม่ใช่ง่ายที่สุดแล้วไอ้จะยืดหรือยากรู้ยากหรือกวาดิจยังไงยืดหรือยากรู้ยากหรือกวาดิจยังไงภาษาไทยยากที่สุด Вы говорите напротив. ภาษาไทยยากที่สุดค่ะไม่ยอมพูดคนเก่งที่สุดคือคนทำที่สิ่งที่ยากที่สุดให้ได้ Он говорит, что самый умный человек – это человек, который сделал вещи, которые другие люди не могут сделать. Вот жизнь. Понимаете, да? Теперь понимаю. Поэтому не сложно. Продолжаем. Кэйхэн кун. Давайте слово кун. Кун кэйхэн хима майка. Кун кэйхэн хима. Хэн. Кун кэйхэн хима майка. Кун кэйхэн хима майка. หิมะไหมคะหิมะไหมคะคุณเคยเห็นหิมะไหมคะคุณเคยเห็นหิมะเนี่ยคุณเคยเห็นหิมะไหมคะคุณเคยเห็นหิมะเห็นYa просто не понимаю, что там сверху за это. Это которая краткий сактус. Да, там как. Кун кэй хэн има мэй ка? Кун кэй хэн. Хэн. Хэн, я знаю. Повторите. Давай я смотрю. Да, пошли. Давай. Кун кэй хэн има мэй ка? Кун кэй хэн. Има мэй ка? Хима мэй ка? Кун кэй хэн има мэй ка? Хима мэй ка? Говорите. Кун кэй хэн има мэй ка? Вот. Има мэй ка? Има мэй ка? Има. Коробка. Има. Мэй ка? Еще раз. Кун кэй хэн има мэй ка? Има. Хима, майка. Еще раз. Кун кэй хэн хима майка. Еще раз. Кун кэй хэн хима майка. Кун кэй хэн хима майка. Еще раз. Кун кэй хэн, кун кэй, кун кэй,
Хен хима майка. Я кашляю. Давайте. Он хен хима майка. Я не ожидал. Да что вы не ожидали? Что ваши знания выше, чем принцессы. Кун кэй хэн хима майка. Не забывай. Кун кэй хэн хима майка. Хэн. Хэн. Хо хи. Хэн. Хима. Хима. Майка. Майка. Кун кэй хэн хима майка. Кун кэй хэн хима майка. Говорите, я видела. Чан. Чан. Кэй хэн. Кэй хэн. Хима ка. Хима ка. Чан кэй хэн хима Хендри. Да. Хендри. Хендри. Чан, кэй. Кэй, это значит первый. Да. Когда ты бежать нужно. Можно? У тебя осталось? А? Ты уйдешь с телевидения, ты уйдешь со своего прямого эфира. Как так можно? Чан кэй, не мака. После этого, ребята, с такого не уйдешь. Чан кэй хэн има ка. Чан кэй хэн. Уходите немедленно. Что я могу избавиться от вас? А, мне тоже сейчас. Нет, это шутка, это шутка, шутка. Има ка. Я не сейчас, я у блога. Ну ничего, мы затрудим. Има ка. Да? Да, да, да. Хэн има ка. Пойдем вами. Куда вам надо? Семейная встреча. Семейная встреча. У тебя семья в Краснодаре. Из Тихорецка. В смысле, в Краснодарском крае. Я из Тихорецка. Ты бы лучше молчал. Да, знаешь, пока не знаешь, лучше молчать. Да. Есть еще время чуть-чуть? Да, 20 минут. 20 минут? Да. 15. Хорошо. 17. 17. 17. Кун кэй кин. Давай повторите. Кун кэй кин. Кун кэй кин. Кун кэй кан. Кун кэй кан. Ахан россия мэйка. Ахан россия мэйка. Кун кэй кан ахан россия мэйка. Кун кэй кан ахан россия мэйка. Да. Ом ян мэй кэй. Да. Ом ян мэй кэй. Как попрощаться? Савадди ка. Саварика. Саварика. Байта, сделай, пожалуйста. Сделай, как тебя учили. Да. Помня мэй кэй, повторите. Помня мэй кэй. Помня мэй кэй. Пом это я, мужчина. Помня мэй кэй. Помня мэй кэй. Мэй кэй, никогда не кэй, да? Тана ха россия. Тана ха россия. Кра. Кра. Кра, глаза. Хорошо. Home, а у нас queen. У нас же у женщин queen, да? Как у себя сказать я? Queen. Нет. По-моему, это вообще другое сейчас. Это вообще другое. Да, сейчас... Сегодня подражаем, да? Просто раз вы естественно, сейчас будет комитет. Да? Да, подражаем. Пишите, пожалуйста. А в каком естественно? Министерство вы уже подписали название. Да. Да? В прошлый раз у нас были вопросы про СМИ. Вы не были. Я была на прошлом. Министерство году. Какое? Не, на прошлом было вот это. Вот эти анчики, что было на прошлом. Министерство еще не писали, да? Нет. Да. Министерство. Да, давайте я пишу. Нас, это... Прослом, да? Красуам. คำแปลวันนี้ต้องเรียนเรื่องกระทรวงกระทรวงนะกระทรวง Yes we need to say กระทรวงกระทรวงมันชื่อพิเศษไหมจะไปสักหนึ่งมันต้องใช่ไหมเอาไว้เถอะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการМне писать? Нет. Красуан Сексатита. Красуан Паланан. А значит, откуда там S берется? Это сочетание Тони Панероры. Да, 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 оно как S читается. Да, ведь? Да, да. Да. Оно было на каком-то сочетании. Как S. Как S, да. Красуан. Паланан.
ทรวงกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงเศรษฐกิจและสหกรณ์ ที่จะสั่งแบบเทคโนโลยีЧто это сочетание биогюре, mm-hmm. если... Yeah. Вот, в принципе... Красовый ты там. Там. Просто как долгое А или нет? Короткое. Короткое? Я не умею.
Название Министерства в России и в Таиланде разные. Есть еще время? Все, да? Сейчас время?
3 минуты. Угу. Вы успеваете? Это все? Вот это все? Да. Сейчас, ты меня спрашиваю. Можно ты просто потом ты пришляешься? Тим, ты все записала? Так мечтать нам еще не мужчина. Катя, ты где пишешь? Вторая строчка. Вторая? Угу. Mm-hmm.